Ирландия. Что привело тебя в Ирландию? Свадьба. О, поздравляю. О, нет, не моя. Моей подруги. Свадьба ее лучшей подруги. Не верится, что Пол Эмма женится. С тем, кого она упустила. Пол, Пол! Ты меня уравновешиваешь. Мы отличная команда. Да. Привет, мам. Все могло бы сложиться иначе, если бы я открылась Полу. Борись за свои мечты. Уже поздно. Пока не исполнилось одно желание. Я хочу выйти замуж за Пола Кеннеди. Что за... Пол? Фильм Netflix. Эмма, ты видела Пола? Нет, не видела. Как он туда попал? Да что не так? Это не я выхожу замуж, а она. Именно. Ты, подруга, выходишь замуж за Пола Кеннеди. Да. От создателей незабываемого Рождества. Привет. Это ты? Как вы решились? Ты встала на колено и сделала мне предложение. Это была я? А, да, конечно. Это я сделала ему предложение. Мой издатель сказал, нужны рекламные фото на фоне ирландской идиллии. Он думает, это увеличит мои продажи. А, не свадьба, а пиар-мероприятие. Именно. Мы завтра целый день вместе. Оставь колкости дома. Постараюсь. Эй, отлично вышло. Выйти бы тут замуж. А почему нет? Это сложно. А разве мнение невесты может усложнить кому-то жизнь? Ты так и хотела? Линдси Лохан. Знаю, это прозвучит странно, но я не уверена, что это моя жизнь. Пора тебе высказаться. Ирландская мечта. Ролик озвучен студией IndigoFilms.online.